Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Иосиф Оганесян уже вернулся на поляну к Саше Черно. Саша сразу стала выносить ему мозг и предъявила претензии за его заселение с Лизой Триандафилиди и дружеское свидание с ней. А Иосиф возмущен поведением Саши на поляне. На остров любви прибыли Аида Бабаева и Олеся Лисовская. Вальтер Соломенцев ждет девушку, он попросил Виталия Малышева переехать к Захару Саленко, чтобы жить вместе с Олесей. Также Вальтер извинился перед Лизой и попросил ее не враждовать с Олесей. Эксперимент Ольги Бузовой с насильственным заселением новичков провалился. Это никому из них не понравилось, и ни одна пара в итоге не образовалась. Катя Жужа ввела на острове новые правила. Ребятам, участникам поставили ящик, куда они будут бросать записки с претензиями друг к другу. Предполагается, что такой способ общения сможет предотвратить конфликты. Саша Артемова и Женя Кузин провели шуточную свадьбу в деревенском стиле. Поклонники Дома-2 обрадовались такой импровизации и уже ждут настоящую свадьбу. На загородной вечеринке, где проходила эта шуточная свадьба, были также Ваня Басиков и Лиза Полыгалова. В один момент пара уединилась, а другие ребята заговорили о новых отношениях между Лизой и Ваней. Лиза написала в своем микроблоге: «Мы порой совершаем странные поступки, которые не в силе оправдать или разъяснить. Главное, что мне сейчас хорошо». Теперь возникает много вопросов, был ли скандал между Лизой и Ваней настоящим. Вполне возможно, что ребята просто хотели быть на слуху у поклонников, поэтому и разыграли несколько бурных сцен с выяснением отношений. Андрей Черкасов на отдыхе был вместе со своей девушкой Кристиной Ослиной. Саша Гозиас и Костя Иванов оформили свои отношения. Они показали фотографии со свадьбы. Церемонию они показали в прямом эфире в соцсетях. Многим понравилось, что бывшие участники так спокойно расписались, не мучая своих подписчиков долгими рассказами о подготовке к свадьбе. Нашлись и те, кто считает, что эта свадьба не настоящая, что ребята просто приняли участие в свадебной фотосессии. Дима Дмитриенко пообщался с подписчиками в прямом эфире Instagram и сообщил, что Саша и Костя поженились, потому что ждут ребенка. Вика Романец готовится к свадьбе с Антоном Гусевым. Она побывала в салоне Алены Ашмариной и нарастила роскошные длинные волосы перед свадьбой. Как вы помните, недавно Ксения Бородина и Курбан Амаров показали лицо своей младшей дочери Тионы. Курбан сразу же стал писать, как сильно его дочь похожа на него самого в детстве. Ксения же в ответ написала, что младшая дочь похожа на ее бабушку Галю. Две голубоглазки подписала на этот снимок. «Баба Галя, моя любимая. Ты моя вторая мама, люблю тебя очень, спасибо тебе за самое лучшее детство». Бородина открывает шоу-рум одежды своего бренда, и на открытии магазина она будет лично продавать вещи покупателям. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.